давние времена жил в Радонежском лесу святой Сергий. Известен он был своими подвигами по всей русской земле. Встречались на пути Сергия темные силы и крепкая дружба. Встреча, о которой пойдет наш рассказ, стала по-настоящему судьбоносной. Дети, сейчас мы идем к Успенскому собору. Не отстаем от меня. И зачем нам это, Дим? Карта у него, похоже, настоящая. А вдруг найдет что? Меня ждут великие приключения! Ха, попался, братик. Где мы? Ух ты! Скажите, а какой сейчас год? 1362. Думай, профессор несчастный, как нам обратно в наше время попасть? Это погоня? Монголы, какого хана? Если в Сергиевой лавре портал, через который мы попали сюда, значит, нам нужно Сергиеву лавру, чтобы вернуться обратно. Лавру вы здесь вряд ли найдете. А вот монастырь Сергиев находится на другом конце леса. Что делать будем? Не бойтесь, он ручной. Лови! Это настоящее чудо! Чудеса Бог творит, а вера нам помогает. Какой страшный идол! Он живой! Он на меня посмотрел! Он идет за нами! Бежим скорее!